Хундо Арана и Хианелла Нейра. В телесериале «Яго. Темная страсть». Автор сценария Рикардо Родригес. В фильме снимались Рамина Гаэтани, Норберто Диас, Хуан Карлос Дуаль, Сесилия Мореско, Марио Аларкон, Даниэль Миглиоранса, Рауль Лавье и другие. Продюсеры Диего Гонсалес и Марсело Спинахи. Режиссер Федерико Палаццо. Спасибо вам. Большое спасибо. Зачем он звонил? Чтобы сообщить нам нечто важное. Местонахождение Яго Вальдеса. Готовь машину, мы выезжаем на задержание нашего дорогого беглеца Яго. Будем надеяться, что это правда. Яго на самом деле жив, как вы говорите. Будем надеяться, потому что я полицейский, а не охотник за привидениями. Поехали. А вдруг это Том? Скажу ему, что ухожу. Нет. Входи. Привет. Посмотри, что я тебе принес. Красивые, спасибо. Любимая. Спасибо. А поцелуй? Проходи. Подожди, смотри. Настал наш час, и мы должны повеселиться. Нет. Почему ты не хочешь? Я хочу, но... Теперь моя очередь. Нет. Давай сходим куда-нибудь. Нет, мне сейчас не до веселья, нет. Что с тобой? Это не из-за тебя. Я переживаю за Ягу и Морено. Вернее, из-за Морены. Ведь Яго умер. Нет, нет, Цельсо. Как нет? Яго жив, он был здесь. Я видела его собственными глазами. Он стоял там, где сейчас стоишь ты. И у меня было такое же лицо, как у тебя. Яго позвонил Морене, и они договорились о встрече. Знаешь, у меня плохое предчувствие. Какое еще предчувствие? Яго умер. Ты что, не понимаешь? Яго умер. Нет, я его видела. Морено может встретить только привидение. Нет, я его видела. Кого? Яго. Послушай, если бы он был жив, то позвонил бы Гарделю, Руфину или мне. Нет, позволь, я объясню. Он сказал, что не хочет вас компрометировать, что будет лучше, если его посчитает мертвым. Из-за полиции, понимаешь? Постой. У меня на них аллергия. Только ты... Не обижайся. У меня есть один друг. Ты его не знаешь, а вот у него тоже есть друг. Ну и что? Так вот, у его кузена крыша поехала, и он посещает психолога, и значит... Я не сумасшедшая, и Морено не сумасшедшая, и Огонек тоже. Яго жив. Хочешь сам его увидеть? Они встречаются через полчаса. Хочешь? Это в баре у реки. Морено сказала дома, что завтракает со мной, но она встречается с Яго. И у меня плохое предчувствие. Мне кажется, что что-то случится. Извините, но я не имею права предоставлять эту информацию посторонним. Сначала я должна получить разрешение руководства. Без этого никак нельзя. Ну, я не совсем посторонний. Я работаю садовником в доме Сиренио. Ясно. Но даже если и так, я не имею права предоставлять вам эту информацию. Вы меня понимаете? Конечно, понимаю. А можно от вас позвонить? Да. Почему бы и нет? Да. Можно? Да. Спасибо. Не за что.
Простите. А кому вы звоните? Сеньоре Хосефине Сиренио. Она мой друг. Мы вместе пытаемся восстановить мое прошлое. Уверена, она даст вам необходимое разрешение. Нет, извините, не думаю, что вам стоит беспокоить сеньору Хосефину из-за такой мелочи. В конечном итоге этот список вовсе не секретный. Давайте поступим так. Вы меня подождете, а я схожу и принесу его, и вы сможете спокойно все посмотреть, да? Хорошо. Никуда не уходите, я быстро. Я буду здесь, спасибо. Не за что. Ну что, ты на мне женишься? Я всегда знал, что ты хитрая. Правда, я гениально придумала. Знаешь, если мы объединим наши капиталы, то получим контроль над предприятием. Если мы сложим то, что нам досталось от Лусио, и то, что ты получишь от отца, выйдет больше 50% акций. Значит, ты не по любви выходишь замуж? Видишь ли, моя любовь подобна твоей. Мы оба любим деньги. Не стану отрицать, очень соблазнительное предложение. Очень соблазнительное. Но существует одно препятствие. Какое? Хосефина. Ты будешь выглядеть аферисткой? Сначала Лусио, потом Альдо, теперь я. Знаешь, что я тебе скажу, дорогой? Такие мелочи мне не мешают. Пусть думает, что хочет. А как насчет остальных членов семьи? Не стоит делать из них наших врагов. И что ты предлагаешь? Давай начнем с романа. Хорошо, с короткого романа. Потому что настоящий Фабио Сиренио бродит поблизости. И я не думаю, что он отказался от идеи вернуть свое имя. А Альдо так болен, что не сможет тебя защитить, любимый. Нет. Наша любовь возникла с первого взгляда. Мы поженимся. И будем вдвоем наслаждаться этим состоянием. Только без обязательств. Никаких обязательств, дорогой. Ничего не говори. Позволь мне посмотреть на тебя. Привет. Ну? Это мотоцикл Ягу. Я же говорила, Ягу сейчас с Мареной. Нет, стой, не мешай им. Не оборачивайся. А в чем дело? Не надо. Почему? Ты Фрагу знаешь? Да. Он там. Невероятно. Они их схватят. Не схватят. Нет, схватят. Я их предупрежу. Каким образом? Доверься мне. Я знаю, как поступить. Я сейчас. Любимая, обещаю, мы вместе закончим.